Медитация для тебя. Полное погружение в себя. Быть в гармонии с собой значит находиться в состоянии эмоционального и умственного равновесия, счастья, уверенности и внутренней силы. Немногие люди осознают важность и пользу внутренней гармонии, и еще меньше знают, что это навык, которому можно научиться. Когда мы зацикливаемся на неудачах и думаем негативно, мы нарушаем свое внутреннее равновесие. Сегодняшняя медитация поможет вам вновь обрести внутренний баланс, достичь состояния глубокой сосредоточенности, физического расслабления и нейтрального эмоционального состояния. Она поможет вам избавиться от тревожных мыслей. Примите удобное положение и закройте глаза. Ваше тело должно чувствовать себя комфортно. Выпрямите спину и постарайтесь расслабиться. Сделайте глубокий вдох и выдох. Вы чувствуете ваше дыхание. Чувствуете, как бьется ваше сердце. Вдох. Выдох. Какие чувства и эмоции вы испытываете в данный момент? Вдох. Выдох. Ваше тело расслабляется и отдыхает. Уходят все тревожные мысли. По мере расслабления вы ощущаете тепло в своем теле и приятный покой. Все мысли
уходят из вашей головы. Есть только вы, ваше тело и мир вокруг вас. Все, что вас волнует, все слова и фразы, которые вы не можете выбросить из своей головы, люди, которые вас обидели, все это уходит на второй план. Вдох. Все тревоги уходят прочь. Вы находитесь в состоянии спокойствия и расслабления. Каждая клеточка вашего тела наполнена теплом и света. С каждым выдохом все напряжение уходит от вас. Вы чувствуете, как лучики тепла разлетаются по всему вашему телу. Вы испытываете покой и безмятежность. Ваше сердце наполняется радостью и любовью. Ваша душа открыта и наполняет смыслом вашу жизнь. Каждая часть вашего тела наполняется энергией. Любовь разливается по всему вашему телу и исцеляет все болезни. Вы находитесь в потоке и излучаете свет. Улыбнитесь и подарите эту улыбку себе. Вы любите себя и живете в первую очередь для себя. Вы здесь и сейчас. Ваша энергия сильная и постоянно движется вперед. Вы чувствуете, как ваше тело наполнено радостью.